Так, у нас сегодня суббота, с Друкасиком выбежали копнуть чуток. Он, как обычно, рванул в надежде найти пятак. А я, вон он, конкурент. Я сейчас чайку попью и пойду его обгоню. Я обкопал тебя, копатель. Вон он машет, завидует мне уже. Ха-ха, моя прелесть. А, вот она, моя прелесть. Павлунди. А, сейчас я ее отмою. Вот он какой, Павлунди. 1 копейка, 1800 год. А, ха-ха. Эх, Русь! Утки, наверное, надо мной смеются. Скажут, что за дикарь приехал. Не знаю, как будет слышно, дует сильный ветер, но хочу показать нашу Русь. Вот она. Вот такая вот у нас. Стою почти на вершине холма. Другасик у меня он роет. Пока что ничего нет. А у меня носик от самовара. Вот такой вот тяжелый. Ух ты. Цвет мед. Ладно, оставим его здесь. Будущим потомкам найдут, скажут. Йо, носик от самовара. Нет, к тому времени они уже не будут знать, что это такое. Опять дует очень сильный ветер. Не знаю, что будет слышно. Другасик он у меня роет. И сходив к нему на консультацию, я выяснил, что я нашел половинку финно-угорского браслета. Вот. Это был конец, то есть под рукой сохранившийся узор. Другасик сказал 13, 12, 14 века. Ну, естественно, предположительно. Хотел было выкинуть поначалу-то в грязи. Думаю, проволочка раздавленная. Но, взяв в руки, увидел узор. Саморезный, ах, красивый. Из него можно будет колечко сделать, например, попытавшись сохранить узор. В общем, вот так вот. Место очень и очень старенькое. Вон мой другасик роет, говорит, поехали отсюда. Я решил, дай-ка, думаю, зайду на это поле. Попадается керамика. Хотел было развернуться назад и зелененький орел. Сейчас я его помою. Ха-ха. Моя прелесть. Так. Оу, какая замечательная полушка. 1731 год. Вау! Зелененькая, красивая, с рельефом. Моя прелесть. Классная, классная монетка. О! Такую интересную вещицу нашел. Написано Рейх Октасес. Что-то наподобие. В общем, какая-то немецкая. Не знаю, что это такое. Но не монета. Другасик сказал, говорит, это жетон. Не знаю. Ну ладно.
В общем, вот она прям такая чистенькая лежала. Довольно-таки неглубоко. Ах, моя прелесть. Ай, какая зелененькая. Другасик еще пока не обрыбился. Говорит, пойдем, говорит, отсюда. Ничего ты сегодня. Везет. Моя прелесть. Кто это? Ой. Такое. Надо отмыть. Ну, в общем, это двушечка. 56-й год. Золото партии. Лепесток от крестика. Копатель говорит. Какой, говоришь, век? 17-16. Ой, жалко половинка. Точнее, четвертинка. Ты выси, Микола, что нашел? Копеечку. Пойти. Выпивай давай, Сергей. Давай, мой быстрей. Кто там? Копатель присел, наверное, что-нибудь нашел. О, вот это крест. Какой, говоришь? Блин, 17, наверное. Шикарный. Ну, лавянистая бронза, в принципе, может и старше быть. Красавец. Накопались. Другасик, он меня уже вовсю роет. А я сначала пью чай. Как говорится, медленный верблюд быстрее быстрой лани. Дует сильный ветер. Один микрофон я закрыл. И я хочу показать пейзаж моей Руси. Вот нахожусь на такой вот, в кавычках, горе, сушении. И вот такой здесь у меня вид. Ветер просто адский сегодня. Не знаю, что будет слышно. Ну что, первая находочка. Буду прятать камеру за себя. Медная пуговица пока что попалась. Эх, ветерок дует вообще просто конкретный. Лежит и молчит. Кто это? Непонятно. Сейчас я ее отмою. Скорее всего, советская. А может быть и нет. 15 копеек 61 года. Находочка. Но находочка. Ладно. На Руси немножко теплеть начинает. Я же было хотел переодеться в охотничий костюм. Полазили мы по тому полю. Результат нулевой, даже осколков горшка нету. Вернулись на то поле, на котором мы копать. И 3 копейки 49-го года.
Советское золото, как всегда, в хорошем состоянии. Вот такие здесь дубы. Такая интересная местность. И зип-частюшечка от керосинки. Довольно-таки глубоко. Странно, что она здесь вообще делает. Непонятно. Ну, ладно. Оставлю будущим копателям, наверное. Итак, я не стал выхаживать предыдущие поля, а решил двинуться дальше. Есть такая категория граждан, которые хочет знать, что за поворотом. И нашел такую малюсенькую монетку. Пока еще не знаю, кто это, но медь. На берегу вот этого ручья некогда была река. Конечно, пришел я сюда не за этим, а за более старшими находками. Но попалась монетка пока что. А это совершенно неожиданно оказалась Полушка, 1859 год. Николай I. Вторая в этом году. Это просто удивительно. Здесь 100% никакого строения дорог не было. Видимо, ходили вон в ту церковь вдоль ручья. Ну ладно. А вот и первая Пуковка-гирька на этом одиноком поле. Странно, что же она здесь делает? Да.